Смотри, это канал по Clash Royale. И с одного 10-секундного ролика чувак зарабатывает больше 5000 рублей. То есть вот ролик 120 тысяч просмотров, 400, 200, а они идут по 13, 11 и 14 секунд. Если что, меня зовут Паша, я занимаюсь Ютубом более 5 лет. Сейчас я перешел на американский Ютуб, и я очень рад, потому что там все намного проще, нежели на российском. То есть вот, можно снимать всеми забытый Clash Royale и зарабатывать огромные деньги. У него на канале 10 миллионов просмотров. Чтобы вы понимали, это минимум 5000 долларов. Я уверен, что тебя заинтересовало, поэтому досматривай ролик до конца. Помимо вот этого Clash Royale, можно снимать все, что угодно. Главное знать, как это делать. И благо ты наткнулся на мой ролик. Прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на мой ТикТок, а также переходи в мой Инстаграм, пиши мне плюс в директ и забирай бесплатный чек-лист по американскому Ютубу.